Привет! Привет! Вы на канале Free Family. Давайте знакомиться. Меня зовут Лена. Меня Сергей. С нами дочка наша, Полинка. Дочь, помаши привет. Помаши привет. Все, поехали. Мы живем в городе Барнауле, хотя уже в Москве успели пожить. У каждого своя история переезда в Москву. Но об этом не сейчас. Познакомились мы, как ни странно, в Москве. Сами мы, вот, как уже говорили, что из города Барнаул, нас свела судьба именно в Москве. Познакомились, стали жить вместе, жили как все, ходили на работу, стояли в пробках. В общем, была скукотища. Дом, работа, пробки, дом, работа, пробки. Надоело. И, наверное, переходным моментом стал мой переход на удаленную работу. Мне ее предложили случайно. Я долго сомневалась, идти мне работать на такую работу или нет. Боялась, что буду зарабатывать очень мало денег и как бы, ну, не будет смысла в этой работе. Но я согласилась и ни капли об этом не жалею, потому что, ну, это реально работает. И на удаленке можно зарабатывать нормальные деньги. И примерно через полгода моей работы на удаленной работе мы подумали, а почему бы нам вообще все не изменить? Мы ведь абсолютно свободны от какого-то определенного места. Нам не нужно ходить в офис. Да, после того, как Лена проработала там, мы стали об этом очень часто думать и искать много информации о удаленных заработках, ну, о свободных передвижениях людей без конкретной привязки к месту жительства. Вот. Поженились. Нет, ну изначально там мы думали, что мы хотим почаще ездить к нашим родителям в гости. Ну, допустим, на месяц. Потому что работая на обычной работе и имея в лучшем случае два отпуска, ну просто не хватает времени до них доехать. Из Москвы до Барнаула как-никак 3500 километров. А бабушки и дедушки охота чаще видеть нашу внучку, вернее, внучку свою. Также на море охота съездить, не просто на неделю, на две, а ну, пожить нормально, узнать их культуру. В общем, хотелось устраивать себе время года, в любое время года для себя подходящее. То есть зимой хотелось быть летом, возможно, где-то покататься на лыжах. То есть быть свободными. Дочь чем занята? Вот так вот. Для себя мы поняли одну вещь, что для того, чтобы нам начать так жить, нам нужна какая-то стабильность. Нам нужно место, куда мы можем вернуться в любой момент. И нам нужна была своя квартира. Денег на тот момент у нас не было на покупку квартиры. И мы, ну, решили, что будем копить. Копить, копить и копить. И начали пахать упорно. За 2 года мы накопили, ну, определенную сумму денег. К тому времени мы уже поженились. Узнали... И свадьба у нас была, кстати, в Индии. Да, ссылочку на свадьбу можно будет посмотреть, наверное, вот здесь. В общем, на нашем канале. Вот, мы узнали, что ждем малыша, и как бы с малышом мотаться по съемным квартирам, ну, вообще не вариант. Денег нам не хватало на покупку квартиры в Москве или Московской области. Ну, чего ты тут видишь? Смотри в камеру. Мы сели и начали думать, что же нам делать, чтобы свою мечту-то осуществить. И нашли один единственный выход, это переезд обратно на нашу родину, в город Барнаул. Потому что недвижимость здесь подешевле. И ну и родители рядом. Поближе, да. Переехали в город славный Барнаул, столица Алтайского края. Жили, стали жить здесь, как бы поживать. И родители рядом. Квартиру свою купили. Ведь, как мы об этом уже говорили, своя квартира – это хорошо. Я думаю, каждый со мной согласится. Купили квартиру и как бы стали уже думать о наших, так скажем, путешествиях. Мы уже побывали, живя в Барнауле, мы ездили и в Горном Алтае были, и на Телецком озере. То есть свободно можем передвигаться в любую. И решили взять маленько масштаб побольше. Решили уехать, ну, для начала в Таиланд. Пусть многие скажут, что это банально. Пусть многие скажут, что это банально, но для начала нам как бы это хороший опыт. Тем более Лена уже была, уже примерно знает, что там. Но для нас это как бы будет в
таком формате, в формате не пакетного тура, а в формате путешествия. То есть уже без какого-то определенного места, допустим, отеля, а уже в поисках жилья самостоятельно. Лена! По скрипту небольшой. Профессионалы-блогеры и начинающие, не судите строго. Все когда-то что-то начинали, и главное иметь одну цель и идти к ней. И у вас все обязательно получится. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Доля, помаши ручкой туда, помаши ручкой. Вон, в камеру, где камера? Помаши ручкой. Ручкой помаши. Вот так, пока, всем пока.